печаль моя полна тобою. Пушкин — это духовное противоядие. Умом России не понять. Стоит пограничник, прям курит под этим плакатом. Вот она, Россия, да? Иди в баню. Я реально скучаю по улыбкам. Мы тяпнули. И что-то такое. Боже мой, это любовь всей моей жизни. Я против пошлости. Особенно русскому человеку. А кто такой обрусевший иностранец? Любовь прям походить по лесу. Это прекрасная черта русского человека, но надо во что-то верить. Джулиан Генри Лоуэнфельд известен на Западе как поэт, писатель и литературный переводчик. Он родился в США в семье потомственных юристов, а его отец был советником двух президентов США. Джулиан также изучал юриспруденцию и закончил Гарвард с красным дипломом, но в итоге переключился на литературу. С особой любовью он относится к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Именно она впервые привела его в Россию еще во времена перестройки. Однако российское гражданство Джулиан получил только два года назад и теперь живет на два города ⁇ Москву и Нью-Йорк. В 2020 году наш герой основал благотворительный фонд Пушкин по всему миру и занимается популяризацией произведений российского классика в разных странах. Джулиан, добрый день. Добрый вечер. Мне очень приятно с вами познакомиться, Займа. как минимум даже потому, что я сама заканчивая журфак, всегда думала о том, что Пушкина нельзя перевести ни на какой другой язык, потому что это слишком, слишком русский поэт и писатель. Но тут я узнала о вас, и вы действительно тот человек, который смог это сделать и не просто перевести Пушкина, а сохранить ритм и размер в его стихах. Джулиан, давайте начнем с самого начала. В вашей семье переплелись самые разные культуры. О, да. Детство Я, вот, я могу про детство сказать так, что я, наверное, с детства уже был переводчиком, потому что э, с маминой стороны говорили по-испански, по с папиной стороны говорили по-немецки. Uh, и единственный, который понимал гадости, которые не все друг друга разга... <раска>... друг о друге рассказывают, это был я и папа. Но папа же не хотел, а я же, мне все было интересно. При этом все ваше детство прошло в Америке. Летом мы очень много времени, кстати, побывали в Испании, где мамин родня. А в какой момент вы поняли, что вы любите Россию? Я думаю, что что-то такое шевельнулось. Когда я услышал музыку, была такая джава. До этого, конечно, было уважение к России, поскольку в школе это было, и еще, поскольку я знал про прадедушку, и были даже русские книги. А мой прадедушка был немцем Рафаэль Левенфельд, который переводил Льва Николаевича Толстого с русского на немецкий, и еще ставил мировую примеру пьесу Толстого «Власть тьмы» в театре, Шиллеровском театре. Он еще ставил или организовал, по крайней мере, приезд МХАТа в Берлин. То есть у меня есть фотки, где он там с Немировичем Данченко, с Ольгой Леонидовной Так Много чего было. Но не знаю, существуют ли гены любви к России. Но что-то такое было. И это со, со стороны прадедушки, еще со стороны папиной мамы, то есть ее родня, они были евреями, но из России, и они считали себя русскими. То есть они любили Пушкина, они любили Тургенева, бабушка очень любила Чехова, это был ее просто кумир. Я знаю, что бабушка вроде даже английский не стала учить. Прабабушка не стала учить английский, причем она жила в Техасе. Это вообще. Но она подходила к трубку, е единственный английский был врон номер. <laughs> Если сразу мне сказать ей что-то либо по-немецки, либо по-русски, все, разговор кончен. <laughs> а что это была за история с Булатом Акуджавой? Uh, это было, ну, в общем-то так, это был второй курс Гарвардского университета, я просто услышал, как музыка звучит. Я не знал, что это за музыка, я спросил. Это было Булат Акуджава. И меня просто даже спросил, что это за язык. И, и мне сказали русский. И, то есть что-то шевельнулось. Ну, вот знаете, любовь, это я бы не сказал. Хотя, ну, это очень принято считать, что вот с такого момента, вот сейчас любовь, до этого нет. А мне кажется, душе настало пробуждение, может быть, до этого. Я любил поэзию всегда. Это значит уже большая подго ну, подготовка что столько поэзии на русском языке. Русскую литературу знают и любят на Западе. Своими фаворитами иностранные читатели называют Льва Толстого и Федора Достоевского. Возможно, потому что других авторов переводят намного реже. Примечательно, что популяризируют конкретные произведения именно медийные личности. Например, когда американская телеведущая Опра Уинфри назвала роман Анна Каренина самой захватывающей историей любви, то эта книга мгновенно стала бестселлером. Впрочем, русская поэзия у иностранной аудитории не вызывает такого интереса, как произведения прозаиков так как в мире мало качественных и понятных иностранцу переводов, которые сохраняют стиль и мелодику стихотворений. А какие ассоциации у вас вызывала Россия до того момента, О, когда вы ее страх. еще не знали? Страх. О, я вырос в Америке во время, то есть была холодная война. Курсовой руководитель был Ричард Пайпс, советником, это Гарвард, он был советником Рейгана. Бери зла, мы верили. Мы боялись. Я, кстати, я читал Солженицына до этого, да. Причем это было. Это же не то, что этого не было. Был ГУЛАГ, было со, со, это, к сожалению. Поэтому, а как быть? И мой папа работал в Госдепе. Антикоммунизм это была часть, можно сказать, не только американской национальной политики, но это была часть нашей культуры. И в то время, например, вышла, вышел фильм. Не знаю, если про, про этот фильм слышали. Red Dawn, — «Красная заря». Ну, там советские десантники вторгались и захватили Америку. И начинается где-то в глубинке такое народное ополчение. Киллеры, злобные, без всякого чувства юмора. То есть одни, од, 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 одни злодеи. Ну, вот такая была. Притом, правда, что, вы знаете, каждый 4 июля, когда празднуем День независимости США, прямо на моле национальном, когда идет концерт, играется, а как, что вы бы подумали, ну, конечно, играется гимн. дотов играют овертюру 1812 года Чайковского, где празднуется победа русских над Наполеоном, хотя вообще-то в той войне Америка была на стороне Наполеона, да, Россия была Наполе... на стороне Англии, все полное, да, то есть я, когда начал учить русский язык, то же самое, я очень долго думал, ну, может, это меня не осилить, э -э преподаватели были достаточно грезными, достаточно, ну, а но была одна чудесная, которая я когда я хотел бросить, потому что мне не нравилась ни морфология, ни склонения, ни спряжения, ни эти дурацкие. Знаете, когда учите язык, как бы в университете или академично, все такие такие дурацкие ну, не, Нет, преподавать дурацкие такие упражнения. Ну, любой, кто изучает английский, помнит вот такие «London is the capital of Great Britain и так далее, Москва столица. Вот и а, ты просто. Думал, ну и, как говорится, любая профессия — это заговор против непосвященных. Ну вот, и мне не понравилось. И она говорит, а что вам нравится? Я говорю, ну, вообще я люблю поэзию. Она говорит, тогда вам нельзя бросить русский. Язык. И дала мне стихотворение Пушкина. Я сказал, ну, вам это, конечно, сейчас, если вы хотите, а дальше читать Пушкина, вам придется тогда все-таки заниматься. Ну, я вас любил. Любовь еще быть может стола. И когда вы приехали в Россию, ваши Ой. ожидания оправдались? Еще когда мы, вот, значит, как это случилось, была, кажется, встреча Рейгана и Горбачева в Женеве, они договорились, дальше будем говорить, и будет обмен студентов. Значит, какие начались какие-то такие программы. Про программы обмена студентов из американских вузов, из советских вузов. Ну и я попал в одну группу, и меня определили в Питер, Ленинград тогдашний. А, вот такая ситуация. И они нас до этого готовили в специальном таком лагере в Финляндии о том, как ни с кем не общаться. Любой человек может быть провокатором. Вы когда будете там, вы будете вне нашей защиты, мы ничего не можем делать, поэтому вот, вот так, вот так, вот так, все на чеку. Мы очень были напуганы. И я помню, первое мое впечатление, мы приезжаем в а Выборг, там на границе, на поезде приезжали и остановились. И там действительно был очень строгий шмон, у кого-то там запрещенная литература, у кого-то изъяли там порнографический шум. А при этом я смотрю, написано, без ну, там нельзя курить, и стоит пограничник прямо курит под этим плакатом. Вот она Россия, да? Вот она, я думаю, Россия. Она не такая простая, как тебе кажется. То есть страна контрастов, грубо говоря, да? Умом России не понять. В одном из интервью а, вы сказали, есть что-то такое в России, какое-то Божье слово, которому душа тянется изо всех сил. Есть. Вот что это означает? Ну, вы должны чувствовать. Это не то. Я же не могу вам так спросто объяснить. Это вы должны почувствовать. И вы, скорее всего, найдете в лесу или у реки. или... Где-нибудь, где подсолнухи растут полями, за снеженном поле. Американец И таких чувств не испытывает? Как же не испытывает? Мы испытываем. Я вообще скажу, из всех народов мира, ближе всех по духу, по настроению к русским это американцы. А в чем мы похожи? Вот это открытость это щедрость с одной стороны и закрытость с другой стороны. В одном из интервью вы как-то сказали, что американцы они как персики, мягкие снаружи, а внутри твердые, косточка, ага. как косточка. А мы русские наоборот. Немножко наоборот. Русские немножко наоборот. Сначала не приступаться. Я, я помню, конечно, и иногда я, я реально скучаю по улыбкам. Потому что в Америке улыбаемся, пожелаем друг другу доброго дня, прекрасного вечера. Вот здесь есть такое. Я все время делаю, и мне кажется, ну что, зачем? С какой стати? А там это нужно. То есть там друг другу говоришь просто так: доброе утро. Но это прекрасно, поверьте. Как вам кажется, страна сильно изменилась за Значит, это время? Сильно изменилась и нисколько не изменилась с одной стороны и с другой стороны. Ну, эм, что Россия есть Россия. Все-таки какие-то вещи а, остаются. Но что изменилось, это, конечно, то, что сейчас все есть. Да? Все можно купить одним, одной кнопочкой на телефоне. И принесут тебя на дом. Да это изменилось. Во всем мире, правда. Но Россия, можно сказать, стала частью мира. Джулиан, расскажите. Вы женились здесь, в России, ваша жена русская? Да, любимая моя. Расскажите, пожалуйста, немного, как вы с ней познакомились, как отмечали свадьбу? Ага, ну это разные вопросы. Да. Значит, как познакомились, это я приехал, мне премию дали в Болдине. А ей тоже в это время тоже дали премию. Она как журналистка, я как поэт. И она решила снимать интервью со мной. Вот почти как вы сейчас снимаете интервью. Но и, в общем-то, я ей устроил некий интервью, потому что она мне так понравилось. И э, в это время ярмарка была, и мы ушли просто... Э, вы побывали в Болдене? Нет, чудесное место. Э, там пруд да, за усадьбой. И там фонтан. Ой, было так красиво. Это было как раз начало осени. А ярмарка была. И ну, мы что-то такое купили, настойку болдинскую, довольно крепкую. Мы тяпнули. И что-то такое. Боже мой, это любовь всей моей жизни. Все сошлось. Но не надо сказать, что это все быстро было. Очень много писем стихов. Где-то шесть лет шла переписка, еще два года мы встречались, а мы поженились только восемь лет спустя. Расскажите о своей Очень свадьбе. Ос... А, ну, свадьба, я, естественно, сказал, что только в Болдине. Там, где мы встретились, там, где это все. Потому что прочно. Свадьба была в русских Да. О, смешной момент. Иногда, то есть, когда мы спорим, э, я, я эту традицию, кстати, не знал. Про каравай. Знаете, про каравай. Да? А я же ты не знал. А просто я был голодным. Так что дали, а я просто был голодный большой кусок. И все сказали, ага. Значит, глава сильный. -си Это вас русское нутро просто заговорило в этот момент. Я был, просто, я был голодным. А что-то еще удивило на свадьбе? Да нет. Вот очень много было прекрасного. Просто друзья приезжали из многих стран моих. Ее родня. Ваша приехала родня? Но моя не вся. Да? Вот брат из Испании не приехал, боится России. Сестра не приехала из Америки, боится России. Другая сестра из Германии не приехала, боится. — А чего есть, они вот. боятся? — Потому что боятся, потому что... А вы знаете, до сих пор, то есть как бы, ну... ну — а чего боятся? Бандитов на улице? Чего? — Да нет, не бандитов. Ну как будто вот каждый получит э, вот, новичок и полоний в чай. Не знаю, что-то такое. — А что вообще ваша семья говорила о вашем решении переехать в Россию? — Что -то... я куку -ку. С приветом. — Почему? — Вот так. Что мог бы нормально жить, нормально работать э, адвокатом без всяких проблем. <laughs> а вместо этого, <laughs> что я там делаю в этой сумасшедшей стране. Так вот, типа того. Каждый должен, однако, следить, то есть, куда сердце тянет. У вас сердце в Она подвала в Россию? Оно позвало в Россию. Я не знаю, это, видимо, если вы верите в такие дела, там, промысел. Карма, Absolutely. я верю, поэтому, да. А что для вас означает вот та самая загадочная русская душа? Бог есть любовь, и вот мне кажется, русская душа где-то все понимает. Это сострадание, это. Ведь странно, да, потому что это страна, которая вот жила с советским строем, с материализмом с отрицанием всего духовного, как бы, при этом очень, очень все равно осталась духовной страной. Где еще в мире в стадионах слушали поэтов? Вот. Где еще в мире вот так любят поэтов? Я не знаю, где такую страну есть. Может, в Японии, и то не совсем. А почему, как вам кажется, вся наша литература так или иначе, рассказывает про жертвы. Причем зачастую в русской литературе главный герой, он либо смиряется со своей судьбой и ничего не делает, либо что-то говорит, но все равно не делает. Ну и вообще, в принципе, русская... Нет, капитанская дочка. Ну, так или иначе, русская литература, она и скорее больше... Молоду. Она скорее больше про страдания. — В отличие от — Из-за чего создается впечатление, что она только о страдании, что никогда в России ни одна история не может кончиться хорошо. — А почему вот так? — Ну, мне кажется, частично очень многие русские такое же мнение, <связано> да, вот, что эти три сестры, в общем-то, никогда не, не купят билет в Москву, вот какие проблемы даже уже не нужно пойти там тогда нужно было пойти на вокзал и купить одно дело знать, что надо, а другое дело все-таки пойти туда, то есть позволить себе быть счастливым. Знаете, как Пушкин говорил: "Несчастье хорошая школа". И вот опять мы говорили, да? Может быть, но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способно доброму и прекрасному. Мне кажется, что русская литература просто иногда забывает поступать в университет, она, застревает в школе, несчастье. Как и весь народ наш, видимо, в том числе. Ну, это, кстати, есть и у Пушкина. Смотрите сказки Пушкина. Мне кажется, сказки Пушкина, а в моем, опять-таки, понимании, это все-таки про золотую рыбку и про наш русский характер. А у него какое желание-то было? Чтобы бабка была счастлива, довольна. Что бабка просто умалкнула. Чтобы она просто уже. Это мы с мужской точки зрения. Чтобы она просто уже помалкивала. Мне кажется, что в итоге рыбка поняла, то есть он никогда ни, о чем не просил. Мне кажется, его душа, она, что мне делать с проклятой бабой? И рыбка просто сказала, давай-ка, дорогой мой, ты не просишь, дам, дам я сама тебе дам. Разбитая корыта. И вот эта дура тогда поймет, что не в вещах счастья, что она должна было быть благодарна, что не такой добрый, хороший муж и перестать свое время жаловаться. Но это моя трактовка. Но я, мне кажется, что это все правильно. То есть там правильный конец. Джулиана, как вам кажется, почему в России зачастую снимают только драмы? Почему они так популярны? Холбиды, что драмы, ну, когда опошляются, когда вот вместо сказка о золотой рыбке получается сказка о голубой рыбке. Ну, господи, когда же это кончится? Когда же это вообще чума во время пира? Ну, мне кажется, все-таки на Западе эти тенденции тоже более есть. развиты, и они каким-то образом все равно к нам полное глумление над собственной культурой, как сейчас происходит в России. Причем, извините, это не Америка, это не Китай, это никто да, не оккупировал страну. Это откуда идет? Вот я вообще не пойму. Может, от молодежи, как вы считаете? Как у нас сейчас молодежь воспринимает нашу классическую культуру? А знакомятся ли они? Потому что если ты идешь на Вишневый сад, а там не вишневый сад, а маркиз де сад. Да это, это, ты это не можешь, это, это не Чехов. Чехов это не писал. Знаете, когда идете в ресторан, если вы заказали, грубо говоря, какао, и вам вместо этого, не знаю, вместо какао приносят какой-то полынь, отдаете назад, вам не принесут. А вот в театре, видимо, потому что вы платите вперед, то есть вы можете пойти, вы думаете, что вы пошли на король лир. Глядь, там нет никакого лира, нет никаких стихов, какие-то сортиры прямо на сцене. И вы подумаете, что Шекспир, и я не знаю, что из-за этого получится. Очень ничего хорошего. А что с этим можно сделать? Здесь должна подключаться какая-то государственная машина, Государственная машина, наверное, испортит еще хуже. Потому что государство тогда это будет запрещено. А все, что запрещено, запретный вот вам подавай. а без того вам ранний рай. Тогда это будет полный хит. Да? То есть я против цензуры. Я за вкус. Я за. Я против пошлости. Душа, она, в общем-то, вот я, я поэтому говорю, Пушкин это духовное противоядие. Там, где Пушкин, там нету пошлости. А вот вы как раз переводили а, сборник советской пропаганды в мультфильмах. Да. Он там на четырех DVD-дисках был. А вот та пропаганда, которая в частности была в а мультфильмах, это было... было? Там очень много было веры. Представ... Представляете? Ну, ну что, Маяковский писал а, «Рабочий приходит к каменизму», низом шахт, вот а, и «Серпов». А я же с высот поэзии спускаюсь к коммунизму, потому что нет ни без него любви. Ну. Что Бога нет, а Маркс его пророк. В советских мультфильмах. Но там столько было любви, доброты, была очень духовная составляющая часть. Сейчас этого меньше. Меньше, к сожалению. Ну да. Какая сейчас иде... вера? Иде... Ну, Но одной... ну, с одной стороны, это хорошо, потому что только идеология может эм, привести к тому, что ты станешь палачом, ты станешь э, извергом, ты станешь, я не знаю, загнать людей в какие-то лагеря. Но с другой стороны, верить, если ни во что не веришь, да для чего тогда жить? Тогда получается, да, вот просто работать, пахать, пить, гулять, А для чего? Мне кажется, особенно русскому человеку, и в этом это прекрасная черта русского человека, но надо во что-то верить. Вы верите в Бога? Да. При, при том, что я понимаю, это как не абсурдно, да, как я понимаю, что как бы доказательств таких научных нет. Я против насильственного насаждения какой-то религиозности. Это неправильно. Просто насильно мил не будешь, насильно верить ты не станешь. Это только вызовет больше циников. Но бывали некоторые моменты в моей жизни, я прям просто шкурой чувствовал, грубо говоря, что что-то такое есть что есть любовь, что есть сострадание, что надо правильно жить, а иначе ну, ну добро оно само собой несет за собой. То есть правильная жизнь лучше а неправильной жизни. Что это были за моменты? Один раз у меня это случилось в поезде, вы не поверите. Это было в Америке, я просто возвращался так, в такой период, я был очень несчастлив. Потому что я как раз работал в юридической фирме, как папа хотел Получали много денег, Но жили денег, в Америке Вот когда платил налоги, а потом из-за того, что я был таким несчастным, ходил все время к психиатру И потом всякие такие расходы Не то, что так много денег, не то, что так вот безумно богатым был И вот что-то за жизнь с 8 до 8 вечера в офисе я возвращаюсь очень поздно, вот, слушаю кондукторов. Они такие, они выпивают названия этих станций такие. Они, то есть они реально типа там Kingsbridge, Kingsbridge, next stop. Вот так вот. И что ты такое, и то что-то со мной. Ой, не могу объяснить. Я прям просто почувствовал, что что все хорошо, что Бог есть, что вот все имеет какой-то свой смысл, что есть какая-то гармония. Объяснить вам я это не могу. И может, ну, кто-нибудь мне может сказать, ну вот, блажен, кто верует, но вот такое случилось со мной. Еще, когда я переводил книгу Владыки Тихона, Шевкунова, не святые, святые, я помню, вначале вот я там я думаю, ну что это за мракобесие, грубо говоря, что это за странные вещи, что это такие ритуалы. И под конец, потому что для того, чтобы переводить, надо чувствовать. Я поэтому просил, дайте мне разрешение пожить в монастыре. Сказал, хорошо, и я пожил в монастыре. И когда ты все время слышишь вот колокольный звон, ходишь на эти молитвы, разговариваешь с монахами. И под конец я, я захотел прям креститься. В прошлом году а, вы основали фонд да. имени Пушкина. Угу. Называется «Пушкин всему миру», «Пушкин for the whole world». Зачем вы это сделали? Какая цель этого фонда? О, ну, мне кажется, что имя фонда говорит о наших ценностях. Мне кажется, что Пушкин — это не только красота, это не только вот его творение. Это мировоззрение, это любовь, это свобода, это честь, это доброта, это при этом некая... Это Россия. Это Россия, безусловно. Но это еще чувство юмора, да, это... Это способность одновременно критиковать и любить, принимать при этом. Ведь я хочу, чтобы весь мир получил вот такие же мурашки, которые получаю я от этого. Я, я, я спорю, окончательно спорю с идеей, что вот Пушкины только для русских. А почему Сервантес разве только для испанцев, Шекспир только для англичан? Недавно вы заявили о том, что хотите снять фильм. Да. Пушкин всему миру. Вот мы хотим, это мой проект, сейчас пишу сценарий, который будет называться «Пир во время чумы». Это мое, ну, раз всегда пишут любой фильм, любая пьеса, они все равно пишут «по», так что я честно скажу, что «по», но не очень «по» маленьким трагедиям. Я хочу... Я считаю, что это должен быть фильм, у меня очень свое, своеобразное видение, но оно будет совершенно верное, абсолютно, фильм будет абсолютно верен, там будут одни пушкинские слова, то есть я ничего такого не придумываю, спите там просто к, к, к Смоктуновскому, к Высоцкому, к фильму Швейцера, но а у меня другое, Видение, может, от того, что я все-таки иностранец, или из того, что я уже не иностранец, я уже обрусевший. Но скажу так, маленькие, то есть там парадокс, там Иниян, там Моцарт и соли, там каменный гость, там пир во время чумы. Я хочу выявить, как счастье, как а, а, счастье было так близко, так возможно. И если анализировать маленькие трагедии, они на самом деле идут, речь идет об, о всем о самом важном на свете. Вот начинается там один деньгах, mm -hmm. это камень, это, 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 это скупой рыцарь. Дальше об искусстве, дальше о любви и дальше о нашем отношении к Богу. В 2019 году к юбилею Александра Сергеевича Пушкина Всероссийский Центр Общественного Мнения провел исследование и выяснил, какие произведения классика наиболее популярны среди граждан нашей страны. На первом месте оказалась «Сказка о царе Салтане», следом поэма «Евгений Онегин», а на третьем месте россияне поставили «Руслана и Людмилу». Стихотворений великого поэта в этом рейтинге, увы, не оказалось. Джулиан, а кто такое «Обрусевший иностранец»? Вот вы назвали себя обрусевшим. Обрусевший это... Ну, например, я уже сажусь на дорогу. И хотя мне говорят, ну, если ты православный, можно не бояться. И нам приметы к нам... У а, такой друг говорит, приметы к нам не относятся. Да, хорошо, но все-таки захоти. Черная кошка? Да, нет, черная кошка, по-моему, везде. Но вот такие... И не только. Это засидеть, это, это что все решается на кухне, это философствование, это давай попьем чайку. Понимаете, что я говорю? Вот. И не, не то, что как англичане, потому что у них тоже чаепитие, но это немножко другое, это панацея английская. А у русских, ну вот то же самое, стремление... Найти, да во всем мне хочется дойти до самой сути, как сказал Пастернак. Пожалуй, так скажу. Это еще походить по лесу, это я радуюсь снежной зиме, вот таким. как сказать, по таким мелочам. Люблю грибной суп. Борщ. Борщ, да. Баню. Баню. Куда же без баня? Ой, хотите смешную историю? Очень смешно. Вы спрашивали про мои приключения в России. Значит, я еще был э, стажером, и в то время, то есть, ну, плохо знал русский язык, ну не так, как сейчас. И э, нас везли, это была какая-то экскурсия на русский, э, то есть, на рус, на Карелию посмотреть на русский север, посмотреть там э, кижи, это чудесные места. И мы оказались в Петрозаводске, и тогда это была обязательная вещь. Лекция о международном положении. Но ну, мне это было бы скучно, если я верил хоть малейшее слово. Но я, не, я знал, что это все вранье. Я слинял, вышел на улицу. И очень горжусь собой, что я вот так вот свободный и такой тип. И ничего. Подхожу к какому-то мужику и говорю, скажите, пожалуйста, какие у вас в достопримечательности? я думаю, какой я молодец. Достопримечательности. примечательности, такое длинное слово я высказал. А человек говорит, иди в баню. <свят> а я ну, думал, ну, немножко суровый тип, но и дает мне искренний совет. Он так испарился, так говорит, скажите, пожалуйста, а где баня? Ну, мне подсказали. Но ну, я вам честно скажу, наверное, в <свят> то <по> время <свят> Где-то в конце ноября, дождливый вечер. Куда еще обдеться? Лучше всего я действительно не придумал, чем сойти. попариться. Я пришел, я говорю, вот меня сюда послали. Все смеются, говорю, в чем дело? Мне объясняют, понимаешь, парень, иди баню, ты, значит, иди туда, куда? Так вы познакомились с нашей баней. Так, наживались. и мне дальше объясняют. То есть и меня поварили, понимаешь, и, 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 и взяли вот эти веники, вот чапитики, вот а, а несчастных, которые сидели, там все делали как положено, как нам там, то есть, а вот они там, там услышали, что там вроде Никарагуа вечный дем... плод демократии, а я там вернулся немножко на веселее, с отличным знанием 20 новых идем и, 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 и с красным шелкин таким здоровеньким. Вот о чем речь. То есть это способность, судьба – это танец воли нашей и случая, и может быть прогноз. да. И надо чувствовать нить. А мне кажется, русской душе это вот некая открытость. Дай бог. Но и всякое бывает. Русская душа она такая, не да, не, она и бабыяка, она и очень добра. Как говорится, там песенка была о Москве, помните? Вот вот так вот. Прочитайте свое любимое стихотворение Пушкина. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныне моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Above the Georgian Hills. There lies the haze of night. Aragva's river foams beside me. I feel both sad and light. My melancholy's bright. My melancholy's full of you and but of you.